Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. Послушаем это Евангелие в прочтении отца Александра. «Речи Господь притчу сию, человек некий сотворю вечерю велию и зва многие, и посла раба своего в год вечери, речи званным, грядите, яко уже готова суть вся. И начаша в купе отрицатися все, первый речи ему, село купих и имам нужду изыти и видите е, молютися имея отречено. И другие речи, супруг воловных купих пять, и гряду искусите их, молютя имея отречено. И другие речи, жену паях и сего ради не могу прийти. И пришед раб той, поведа господину своему сия. Тогда разгневался дома владыка, рече рабу своему, изыди скоро на распутие и стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые введи сему. И рече раб, Господи, бысь якоже повеле, и еще место есть. И рече господин к рабу, изыди на пути и халуги, и убеди в нити да наполнится дом мой. Глаголю бо вам, яко ни един мужей тех званных вкусит мои я вечери. Мнози бо суть звани, мало же избранных». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господь сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Однажды в субботу Иисуса Христа пригласил на обед в свой дом некий фарисей. Видя, что среди приглашенных в основном родственники, друзья и богатые соседи фарисея, Господь обращается к хозяину дома с наставлением звать на пир не тех, кто сможет отплатить ему за гостеприимство, а бедных, увечных, больных, за которых сам Бог воздаст в день воскресения праведников. Услышав эти слова Спасителя, один из гостей, присутствовавших на том пире, сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Как рассуждает Александр Павлович Лопухин, Христос отвечает на это восклицание притчей о званных на вечерю, в которой показывается, что никто из выдающихся членов теократического иудейского общества, которые считали себя вполне полноправными на участие в Царстве Мессии, здесь ближе всего, разумеется, фарисеи, не будет принят в это царство по причине своей собственной вины. В Палестине человек, устроивший пир, заблаговременно объявлял об этом, рассылая приглашение, но не указывая точного времени. В назначенный час, когда все было готово, хозяин посылал слуг пригласить гостей.
Принять приглашение, а потом отказаться присутствовать на пире, значило нанести оскорбление хозяину. Один человек устроил большой ужин. Но когда послал раба своего сказать званым, что все готово, они, как бы сговорившись, стали отказываться под разными предлогами. Один отговаривался покупкой земли, другой – покупкой валов, а третий – женитьбой. Тогда хозяин дома повелел своему рабу пойти по улицам и переулкам города и привести нищих, увечных, хромых и слепых на ужин. Когда же они возлегли и остались еще свободные места, сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди всех прийти, чтобы наполнился дом мой». Смысл притчи таков. Под видом большого ужина представлено Царство Божие. Устроитель этого ужина, Господь Бог, посредством закона и пророков, как через слуг своих, приглашал весь иудейский народ вступить в это царство. А когда это царство приблизилось, послал повторить приглашение уже своего сына Иисуса Христа. Борис Ильич Гладков отмечает: «В притче Иисус назван рабом потому, что в некоторых пророчествах Мессия именовался рабом Господа, и еще потому, что он явился в образе человека, то есть раба Божия. Посланный Спаситель пришел прежде всего к званым, то есть к иудеям, с вестью о том, что приблизилось Царство Небесное. Но те из иудеев, к которым главным образом относился этот призыв, то есть книжники, фарисеи и прочие руководители народа, как бы сговорившись, стали отказываться от приглашения на званый ужин. Предлогами к отказу служили их земные побуждения, из-за которых они оказались глухи к божественному призыву и отвергли пришедшего к ним Христа. Тогда Бог пригласил мытарей и грешников, и так как и после этого оставалось много свободных мест, то призвал затем и язычников в свое царство. Все отозвавшиеся на евангельскую проповедь вошли в него, а книжники и фарисеи, пренебрегшие зовом, оказались вне Царства Божия. В заключение притчи Господь сказал: «Много званных, но мало избранных». Хотя и все призываются к вечному блаженству в Царстве Небесном, избранными для этого блаженства оказываются лишь немногие. Нам же, дорогие братья и сестры, необходимо всегда помнить о том, что Господь по великому и беспредельному милосердию своему желает спасти каждого из нас. И здесь очень важно личное желание человека принять призыв Господа ко спасению и пойти путем жизни в соответствии с евангельскими заповедями, путем покаяния и молитвы к Богу, чтобы Он сподобил нас стать наследниками Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.